Летие. В студии Артур Путырский. Здравствуйте. Мечты сбываются. Вице-премьер Татьяна Голикова приняла участие в акции «Елка желаний» и исполнила мечту 10-летнего Всеволода полетать над Москвой на вертолете. Татьяна Голикова пригласила мальчика с сестрой и мамой в Дом правительства и провела для них небольшую экскурсию. Она поздравила Коксеновых с наступающим Новым годом и вручила ребятам подарки. Ты еще любишь вот такие штуки? Да? Да. И вот эта вот подставочка, да, для того, чтобы ты снимал свои любимые мультфильмы, да? Спасибо. Ну, а я пытаюсь, чтобы не скучно было. Спасибо. Это тебе вот с кошечкой такая. Мне сказали, что ты большая любительница кошек. После Всеволод вместе с мамой отправился за своей мечтой полетать над Москвой на вертолете. Всероссийская акция «Елка желаний» организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». За время существования акции исполнено почти 8 тысяч заветных желаний.